В этом сезоне в лесах региона было зафиксировано 121 возгорание. Это почти вдвое меньше, чем в среднем за последние 5 лет. Площадь распространения огня сократилась 3 раза. Благодаря высокой скорости реагирования пожары удавалось тушить в течение суток. Выявлять очаги помогали камеры видеонаблюдения. Также велось активное авиапатрулирование в лидерах по числу зарегистрированных пожаров в Тюменский район. В этом сезоне там было 18 случаев. На втором месте Нижнетавдинский, на третьем – Заводоуковский.